Мало кому удается пройти отбор в большую тройку. И никому еще не удавалось это сделать в прямом эфире. Но, возможно, скоро это изменится. И вы сможете наблюдать за этим вживую. Привет всем, друзья! Меня зовут Назмеев Ренат, и я буду снимать влоги о том, как я готовлюсь к отбору в компании «Большой тройки», то есть McKinsey, BCG и Bain. И буду давать вам советы о том, как это сделать лучше всего, а также делиться своими впечатлениями об этом самом отборе. А немного расскажу о себе. Я студент, сейчас учусь в Мадриде по обмену. До этого учился во Франкфурте, тоже по обмену, изучал там финансы. А так, постоянно живу и обучаюсь я в Москве, в Высшей школе экономики совместно с Российской экономической школой. Учу там финансы и экономику, собственно. Почему решили делать такие влоги? Дело в том, что уже второй раз я подаюсь в Bain, и второй раз я дохожу до финального раунда. Но что-то идет не так, и уже второй раз я получаю реджект. Буквально вчера мне звонил тим-лидер команды, и мы с ней 20 минут обсуждали фидбэк, и в итоге я не прошел. Это случилось второй раз, и я подумал, что, возможно, что-то нужно менять. Что-то я делаю не так. И поэтому в этих влогах я буду записывать видео о том, что я делаю и как я готовлюсь. И насколько это поможет достичь моей цели — попасть летом в стратегический консалтинг. Очевидно, у Рената есть хороший потенциал. Абы кого не берут в РЭШ и абы кто не выигрывает олимпиады по экономике. Но хватит ли этого потенциала, чтобы пройти в тройку? Я думаю, что да. И ФЛЕС Ренату в этом поможет. В ближайшие несколько недель мы будем готовиться с Ренатом по полной программе, начиная от резюме, заканчивая тестами, фит-частью, кейс-интервью. Всем, что необходимо, чтобы пройти отбор. Все это вы сможете увидеть онлайн, вы сможете увидеть все занятия, и вы сможете поделиться своими мыслями с нами. А мы с радостью поделимся с вами. Что вы не увидите, это реальные задания, которые будут давать Ренату на интервью. Поскольку мы ценим конфиденциальность компании «Большой тройки», мы не намерены с этим играться. Поэтому все будет честно. Так что любителям халявы здесь не место. Если вы же хотите с нами вместе готовиться, тренироваться и развиваться, то, как говорится, welcome to the club. Подписывайтесь, комментируйте, будьте на связи, пишите письма. И до следующей недели.